Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика» 6 класс, автора Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 1256. Начертите отрезок BD и отметьте точку А вне этого отрезка. Постройте отрезок симметричный отрезку BD относительно точки А. Сравните полученный отрезок и отрезок BD. Итак, чтобы нам построить отрезок симметричных отрезку BD, для этого нам нужно построить точки симметричные точки B и точки D. Для этого точку B соединяем с точкой А и продолжаем на такое же самое расстояние. А затем точно так же соедините точку D с точкой А и продолжите на такое же самое расстояние. А потом полученные точки соедините. Итак, начнем. Соединяем точку B с точкой А и продолжаем на такое же самое расстояние. Итак, мы соединили точку B с точкой А, продолжили на такое же самое расстояние, получили точку. Назовем ее B1. А теперь точно так же соединим точку D с точкой А и продолжим на такое же самое расстояние. Итак, соединили точку D с точкой А, продолжили на такое же самое расстояние, получили точку D1. Ну, теперь нам осталось только соединить точку B1 и точку D1 и сравнить их, полученные отрезки. Итак, мы получили с вами отрезок B1, D1. Этот отрезок симметричный отрезку BD. И если вы измерите, то вы увидите, что эти отрезки равны. Итак, фигуры, если они симметричны относительно прямой или относительно точки, они между собой равны. Запишем, как мы это построили. Итак, точка B1, точка B1 симметрична точке B относительно точки А. А точка D1 симметрична точке D относительно точки А. А это означает, что точка А середина отрезка B1 и точка А середина отрезка D1. Мы таким образом построили. Поэтому отрезок B1 D1 симметричен отрезку BD относительно точки А. И что мы еще можем сказать, сравнив полученные отрезки, что отрезок B1, D1 равен отрезку BD. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях.